В Химках пресекли незаконную торговлю санкционными продуктами. Городская прокуратура вместе с территориальным отделом Роспотребнадзора проверили торговые объекты на предмет наличия запрещенных на территории страны продуктов питания. Нарушителей нашли на рынке крупного торгового центра. Общество с ограниченной ответственностью «Винч» на основании договора аренды помещения осуществляет реализацию продукции, в том числе в торговом центре «Мега Химки». Указанная организация осуществляет розничную торговлю сыров, ввезенных из Голландии, Франции, Италии. В ходе проверки нашли более 6 килограммов сыра. Незаконную продукцию изъяли и уничтожили. Расправились просто, залили марганцовкой. Напомним, по закону ввоз ряда продуктов на территории России ограничен, а их реализация и вовсе запрещена. В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении.